Ребят, хочу поблагодарить вас за проведенные времена вместе. Эти 11 лет явно будут незабываемой частью моей жизни. Хотел бы пожелать всем оставаться теми детьми, которыми вы были в средней, начальной и старшей школе, верили в свои мечты и добивались своих целей. Как-то раз на задней парте, ну, как обычно, на задней парте находятся ребята, которые немножечко скучновато на уроках. И вот один раз на свой день рождения я решил посмеяться и принести алкогольный напиток. Слава богу, никто не пострадал в этой ситуации, и все закончилось хорошо. Меня никто не выгнал, спасибо. Вот. Но это было смешно, и это был хороший урок для меня. У меня есть несколько кумиров. Один из них – это Илон Маск, потому что он достиг многих вершин, хотя начинал с самых низов, и своими силами он добился очень многого. Я верю в то, что труд может помочь человеку достичь вот этих высот, поэтому я по его примеру буду тоже пытаться. Также я занимался дзюдо, и тренер по борьбе, безусловно, тоже мой кумир. Да. Анна Ивановна, вы запомнились мне как милая и прекрасная учительница. Я хотел поблагодарить вас за среднюю школу. Не учитывая ту ситуацию с задней партой, конечно же, но это были лучшие времена. Вы были прекрасной учительницей и классной руководительницей. Спасибо.